Привет, меня зовут Анна Фофанова. Я руковожу командой, которая организует в МТС телемедицинский сервис SmartMed. И сегодня мы с вами поговорим о медицине будущего, телемедицине и какие новые потрясающие перспективы ждут нас с вами в этой сфере. Анна Фофанова, руководитель направления eHealth компании МТС, лидер команды телемедицинского сервиса SmartMed. Родилась в Тамбове в семье инженеров. Закончила филологический факультет Тамбовского государственного университета имени Державина с красным дипломом. С 2016 года Анна занимается развитием проектов на рынке высоких медицинских технологий. Мама двух взрослых сыновей. Мы живем в удивительное время, когда каждый год происходит какое-то новое технологическое открытие или появляется какое-то новое, неизвестное ранее устройство. Поэтому медицина, которая ждет нас через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет, может быть совсем не такой, как сейчас. Утром вы просыпаетесь, а на вашей руке браслет, который считывает ваше сердцебиение, оценивает, как вы спали, и может отправить все эти данные врачу в режиме онлайн, чтобы он посмотрел и понял, как вы себя чувствуете на самом деле. Все это совершенно невозможно было представить еще 20 лет назад, а сейчас это уже обыденность. У нас у всех есть гаджеты. Каждый из них настолько мощный, насколько не мог быть мощным даже суперкомпьютер, который был, ну, например, в Советском Союзе в какие-нибудь 70-е годы. Искусственный интеллект — это самообучаемая система, которая уже сейчас помогает нам ставить диагнозы или помогает забрать у врача какую-то часть рутинной работы. А в некоторых странах, например, в Африке, где на 2 миллиона человек всего 250 врачей, с помощью искусственного интеллекта уже ставят какой-то первичный диагноз какому-то населению, у которого единственный доступный врач. В интернете телемедицина даст неограниченные возможности по получению дистанционной помощи врача, когда можно будет задать вопрос, который тебя волнует, и получить ответ. И это все потрясающе. Медицина будущего — это роботы, это возможность проводить дистанционные операции, это возможность опираться на помощь искусственного интеллекта в принятии каких-то сложных решений для врача. Медицина будущего будет позволять помогать тем пациентам, которые находятся вдали от больших городов, вдали от врачей. Будет вообще не важно, где ты находишься, где ты живешь и какой врач у тебя рядом. Будет важно только то, кого ты хочешь спросить и чью именно помощь ты хочешь получить. Именно такая медицина будет спасать жизни. А чем больше мы будем использовать эти технологии, чем больше времени пройдет, тем больше будет людей, которых мы спасем. Вы живете в уникальное время. Вам доступны невероятные возможности, которые нельзя было представить у ваших ровесников 20, 30 или 50 лет назад. Вам доступна вся информация мира в интернете, все курсы обучения, все, что хотите. Участвуйте в конкурсе «Будущее. Время. Поколение М» и загружайте свои работы на сайт поколение.мтс.ру. Возможно, именно ваша идея сделает мир лучше.